песня армейского водителя. Прощай, малыш, я ухожу в последний бой, и ты грустишь. Не попрощались мы с тобой, куда спешишь? Притормози, браток, шофер, дай отписать для той девчонки, что меня осталось ждать. Тебя ведь тоже ждут, тебе ли объяснять им дальше жить, а нам стрелять. Привет, Хеврон, идет на помощь пограничный батальон. Курок на взводе и на выходе патрон. Их сотни три, а нас всего лишь 25. Не опускаться, до последнего стоять. Вниз по ногам и никого не убивать. Такой приказ им лучше знать. И началось, летели камни, все кипело и рвалось. Упавшей планки хладнокровием зажглось. Прокрут колес и прямо в логово волков. Мы наломаем им сейчас немало дров. За всех погибших и израненных бойцов. За пацанов, за мужиков. Взревел батаж. Вали решетку, будем брать на абордаж. Они узнают наш патрульный экипаж. И будет вечером стараться медсамбат. Зато им тоже не поможет Арафат. За всех погибших и израненных ребят. Десятка три отправим в ад. Прощай, малыш, я ухожу в последний бой, и ты грустишь. Не попрощались мы с тобой, куда спешишь? Притормози, браток, шофер, дай отписать для той девчонки, что меня осталось ждать. Тебя ведь тоже ждут, тебе ли объяснять им дальше жить, а нам стрелять. Иногда считается, что профессия водителя в армии – это лафа, которую может сводить каждый призвавшийся и сделавший курс водителей. Да? Господа, поверьте, далеко не так. Водитель всегда под прицелом врагов. Вечная память и слава всем, кто сейчас там.